Всем привет! Сегодня мы с вами рисуем пейзаж, и я начинаю с неба, использую обычный ультрамарин и однотонную заливку. Для гор я использую оливковый, ближе к середине вкраплениями добавляю окись хрома, и чем ниже мы опускаемся к линии горизонта, я к окиси хрома добавляю ультрамарин, и более таким темным зеленым прохожусь снизу гор. Дальнее поле я прокрашиваю розовым хинокридоном плюс фиолетовый. Переднее поле ближе к нам я начинаю со светло-розового, и чем ниже мы опускаемся, к более такому насыщенному, плотному фиолетовому цвету приходим. Добавляю обычные брызги водой и цветом. Поле посередине также прокрываю оливковый плюс окись хрома. Для деревьев, которые кипарисы, я в основном использую окись хрома плюс ультрамарин. И в левую часть, где тень, вношу отдельно прям чистый ультрамарин. То же самое я проделываю и с деревом, которое рядом с домом.